О чрезвычайных происшествиях в праздничные дни. В Лиде источником ярких огней в Новый год стали не только фейерверки. 31 декабря около 9 вечера по улице Рабиновского произошло возгорание легкового автомобиля «Додж». Пожар был потушен еще до прибытия бригады МЧС при помощи командира группы задержания Лидского отдела охраны Максима Халявинского, проходившего в этот момент мимо, и охранника супермаркета, на стоянке которого и был припаркован автомобиль. Спасатели Лидского РУЧС напоминают, что при игнорировании явных признаков неисправности топливных и электрических систем велика вероятность возникновения автомобильного пожара. В результате пожара повреждены оборудование моторного отсека, элементы кузова. Загорание потушено подручными средствами до прибытия работников МЧС. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования, короткое замыкание электропроводки. По статистике, в большинстве случаев горение в автомобиле начинается под капотом из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы. Как только вы почувствовали запах бензина, горелой резины в салоне, немедленно остановите машину и выясните причину. А уж если из капота автомобиля пошел дым, не теряйте ни секунды, немедленно вызывайте спасателей по номеру 101 или 112.